Здравствуйте, у вас есть газета «Истринские вести»? Не бывает. Не бывает? С днем российской печати, господа! 13 января в России отмечают праздник, который по факту сегодня объединяет журналистов, редакторов, издателей, корректоров, словом, всех тех, кто имеет отношение к средствам массовой информации всех форматов, включая телевидение и интернет. Но исторически 13 января все-таки день российской печати. В этот день, в 1703 году, вышла в свет первая в России регулярная газета «Ведомости». Тираж составил всего 1000 экземпляров, а редактором выступал сам Петр I. Вслед за первой в стране московской типографией издательства стали появляться и в других городах. Причем одного стандартного названия у газет не было – «Московские», «Российские ведомости» и так далее. 1870 год был экспериментальным для читателей и печатных изданий. Стало возможным оформить подписку на газету. Оформлялась она в почтовых отделениях. К 1914 году существовало более 3000 изданий. Сейчас в реестре официально зарегистрированных СМИ в России 153 628 организаций. В 2024 году День российской печати мы встречаем уже без газеты «Истринские вести». Газета со столетней историей, похоже, сама стала историей. Между тем, в Истринском районе существовали и другие местные средства массовой информации. Между прочим, не раз были отмечены за свою работу наградами. Мы не случайно сегодня встретились с кандидатом философских наук Екатериной Капраловой. Дело в том, что Катя работала и в газете «Истринские вести», и в телерадиокомпании «Истра», да, Кать? Да, и да. В этом месте мы сегодня с тобой тоже вовсе не случайно. Нет. Несмотря на погоду, мы гуляем возле нашей администрации. Почему? Ну, потому что, наверное, именно здесь все и начиналось. Ты же прекрасно помнишь, что «Истринские вести» наши жили, как мы тогда говорили, на 4-м этаже административного здания, а телерадиокомпания располагалась на 3-м этаже. Редакция, да. Да, именно наша редакция. Угу. Мы занимали там несколько кабинетов. Я возглавляла газету в нулевые годы. В газете там располагалось исторические, ну, периодически, насколько я помню, менялись этажи, но, наверное, вот отсюда есть пошли «Истринские вести». Так. Прогуливаемся дальше. Дело в том, что у нас в центре города есть еще точки, которые непосредственно связаны и с профессией журналиста, да? И с истринской журналистикой конкретно. Идем? Да, с удовольствием. Ну вот, собственно, мы подошли за Катиной спиной. Еще одна достопримечательность. Да, это здание почты, знаменитое. Это в советское время был особо охраняемый режимный объект. Вот. А в наше телерадиокомпанейское время на 3-м этаже у нас располагался радиоузел, откуда мы выходили в радиоэфиры. Вот. В подвальном помещении, которое нам потом выделили, уже мы оборудовали настоящую студию, откуда уже мы делали телевизионные передачи. Если немножко пройти вдоль... Да. Улицы Ленина, то мы подойдем к еще одному знаковому месту. Мы находимся около помещения редакции газеты «Истринские вести». Здесь даже осталась вывеска. Это переехали после администрации сюда? Да, после. Нам долго подбирали помещение. У нас достаточно значительный был коллектив. У нас было когда-то, ну, в районе 20 человек, плюс-минус. И нам нужно было большое помещение, потому что у нас были верстальщики, у нас было оборудование серверное, много всего. Всякое было. Всякое было и хорошее, и очень хорошее. Я думаю, наш разговор все-таки в связи с погодными условиями надо перенести в студию. Продолжим там. Да, с удовольствием. Ну, давай начнем тогда с истории газеты, потому что у тебя, насколько я знаю, это было первое место, да, твоей журналистской карьеры, да, первое, да, место работы, да? Да. Угу. Когда ты пришла туда? Ну, смотри, я пришла в газету юным корреспондентом, это был далекий 93-й год, я только окончила школу, сотрудничать с газетой я начала в школе. Газета в прошлом году отметила столетие, в этом феврале, 21 февраля, ей исполнится 101 год. Ну, скажем так, исполнилось бы. Исполнилось бы, если бы газета в прежнем формате дожила до сегодняшних дней. К сожалению, этого не случилось. Газета называлась в разные времена и «Голос деревни», и «Истринской стройкой». Ну, естественно, больше всего лет она называлась «Ленинский путь». Это было достаточно стандартное для тех времен название. Наша газета сделала перерыв
В 2 недели она не выходила. 2 недели это были трагические события оккупации, фашистской оккупации в 1941 году. Представь себе, да, страшная разруха, голод, горе, тяжелейшая война вокруг гитлеровцы. А газета не выходила только 2 недели. Я вот не знала этого факта. Да, то есть это потрясающе. У нас потрясающая история «Истринских вестей». И таких газет со столетней историей не так уж много не только по подмосковному региону. Клинские, насколько я знаю, Клинская газета, чуть-чуть постарше нас. А, к сожалению, газеты в том формате, в котором мы их знали и любили, они уходят в прошлое, становятся частью истории. Какие темы были в вашем поле зрения уже современных журналистов? Ты знаешь, легче перечислить темы, которые мы не освещали. Но на самом деле мы освещали все. ЖКХ, ветераны, молодежные организации, жизнь обычных граждан, жизнь простых людей всегда была в фокусе внимания. Кстати, каждому юбилею мы старались оживить рубрику «Листая старые подшивки». Работать со старыми подшивками было удовольствием. Ты открываешь газету, например, 73-го, 78-го года, 81-го, и у тебя перед глазами встает история края, как она есть. Газета была на удивление острая, это для меня было открытие. То есть проблемные какие-то проблемные материалы были? Освещались проблемные вещи. Потом люди в газету писали. Допустим, опубликовано письмо какого-то там товарища, да? И по этому письму редакция отслеживает, исправлено ли то, о чем просил в письме там, условный товарищ там, Петров. Да? Попробуй-ка, не сделай. Газета заявится, там, например, не знаю, в ту же котельную и потребует объяснений. Как так? Почему у людей вот это не ладится или там проблемы? Понятно, что невозможно было все решить по звонку, по письму, но приезд корреспондента, статья в газете было событие. И, в общем, мы чувствовали еще до недавнего времени, мы чувствовали, насколько мы нужны. Кать, а как было с комментариями, не знаю, от представителей той же администрации, от руководителей предприятий? Можно было получить вот объективную такую информацию, чтобы была, да, точка зрения человека, который написал письмо в редакцию, комментарий экспертов и, собственно, комментарий власти, почему так, что так? Я не могу сказать, чтобы представители власти с распростертыми объятиями нас встречали, но на самом деле мы добивались встречи, и люди шли на контакт. Вообще было взаимное уважение. Наш труд уважали, мы понимали труд других отраслей. Расскажу тебе достаточно далекий период. Это было еще, когда было радиовещание. Радио вообще возникло здесь, в далеком 65-м году. Вот, 70-е годы связаны уже с именем звезды истринской журналистики Софьи Капраловой. В дальнейшем, в 98-м году на базе радио «Истра» была организована телерадиокомпания «Истра». Мы тоже помним эти славные годы. Мы тоже помним эти славные годы, где мы, собственно, и выучились всему тому, что сейчас умеем. Это вот, конечно, спасибо Софье Львовне. Да. Она сделала из нас людей. В общем, смотри, такой момент. Еще радио «Истра», 2001-й далекий год. В Дедовске ужасный прорыв системы отопления, на дворе январь. Люди атакуют администрацию, а ведь нет ни интернета, ни соцсетей, все это только-только зарождается, и то не в России. И есть необходимость выйти в эфир журналисту и объяснить людям, что происходит. Радио еще проводное. Да, радио в каждой квартире радиоточка. Люди радио слушают и любят. И ну, мы знаем, что местная повестка людей всегда интересует больше, чем, там, может быть, областная или федеральная, это нормально, это правильно. Люди хотят знать, что происходит на их территории. И Софья Капралова по согласованию с тогда главой города Валентином Кудиновым, с главой Истринского района Анной Щербой, она вышла в эфир. Это не просто так было взять и выйти в эфир. Она вышла в эфир, объяснила людям, что происходит. Вот, людей успокоили, систему отопления достаточно быстро привели в порядок. Но я помню, и прямые эфиры у нас были и на радио, и на телевидении. Причем организовывалось это не одна Софья Львовна, это задействованы были технические средства, наш радиоузел, технические сотрудники, потому что мы вещали из зала. В зале сидели все замы, все специалисты. Мы сидели в том самом радиоузле, который вот режим
временный объект. Сегодня это уже, ну, просто здание, где находятся арендаторы. Был огромный зал, все представители всех отраслей, как зайчики, приходили на эти прямые линии, отвечали в прямом эфире. Что такое прямой эфир, да, в нулевые? Мы его надо было организовать. Звонки с тобой. А ты помнишь? Выносили кучу стопку бумажек. Именно мы с тобой, вопросами. Да. И они в прямом эфире отвечали на эти вопросы так, как есть. То есть никто ничего от себя не добавлял. Вот какая ситуация была, такую ситуацию и описывали. И подготовиться-то было невозможно, потому что вот сейчас, наверное, никто не поверит, но вопросы были действительно вот сняты с трубки. Абсолютно. С телефонной. Да. Люди нам дозванивались, да. Да, телефоны были горячие, раскаленные, конечно, кто-то не мог прозвониться, но тем не менее, те, кто дозванивался, мы все записывали, фиксировали, и тут же, без всякой цензуры. Абсолютно. Это вот, в это вообще сложно, я говорю, наверное, что поверить. Вот как было, вот как задал человек вопрос, вот так он в эфире и звучал. И профильный сотрудник профильного ведомства, как правило, вопросы были, да, ЖКХ, благоустройство, дорожки, дороги, асфальт, дорожки, все, что да. волнует людей. И ты знаешь, я вот сейчас вспоминаю газетные, да, будни, может быть, больше, никакой особой цензуры я не помню. Из уважения к интервьюируемому я старалась показать текст, если, например, это касалось сферы, в которой я не сильна. Это, например, космос. Это сложные термины, технические детали, моменты. У нас есть градообразующее когда-то предприятие, филиал научно-исследовательского института электромеханики. Конечно, когда мы туда шли на материал, мы считали своим долгом показать, ну, чтобы просто не позориться. Это же все-таки газета. Газета хранится в Ленинской библиотеке. Хранится она там вечно, с самого вот момента создания. И поэтому, что касалось технических моментов, мы старались дать прочитать людям, чтобы они просто что-то поправили. Но, по большому счету, с нас этого никто не требовал. И уже, конечно, не было никакой речи у нас о согласовании каких-то фотографий. И сюжеты свои мы на согласование никому не сдавали. Ну, да, мы иногда просили все-таки немножко подретушировать внешность чуть-чуть. Но это нормально, ну, это ничего нормально, там плохого всем нет. Нормально, хочется быть лучше, краше. Фильтров тогда никаких не было. Поэтому наши верстальщики, замечательные у нас были верстальщики, они старались всегда сделать... Ну, чуть-чуть покрасивее. Вот, кстати, по поводу замечательных верстальщиков. Какой был состав редакции? Это были люди с профессиональным образованием? Я думаю, что «Истринские вести», в прошлом «Ленинский путь», одна из немногих газет, где практически все имели либо профильное журналистское образование, либо хорошее гуманитарное образование. У нас все точно умели писать. Да, был нужен определенный формат, были определенные правила. Новостная заметка – это новостная заметка. Эссе, интервью – это совершенно другой стиль, жанр. Очень быстро все учились. И, в общем, ты знаешь, могу сказать, что коллектив у нас был устойчивый. Наверное, в течение 20 минувших лет это были... Ну, это был такой условный костяк из 10-11 человек, которые знали свое дело. Мы были беззаветно преданы газете, своему краю. И мы те редкие люди, кто ходил на работу с песней. Мы на работу бежали, и нам, боже, нам за это еще и платили. Это же вообще было, не, то есть, да, это счастье, да? И с работы нас вытолкать было невозможно. Я помню, что у нас, когда начались ночные верстки, ну, это обычное для журналиста дело, вечером съездить, отверстаться, отсняться, отмонтироваться, это нормально. Даже пожилые сотрудники газеты, да, Ирина Евгеньевна Огородного, старейший работник, казалось бы, да, ну, отпускаем. Никто не уходит. Дербушева Людмила Вячеславовна, им было уже, ну, хорошо, за 70, да? Никто не уходил. Работали, причем, что, как мне кажется, важно в составе любого предприятия, любого коллектива. Разновозрастный коллектив. Очень молодые корреспонденты бегают, учатся. Пожилые, передаю свой опыт, да, костяк, средний возраст, который, ну, все может, так скромно скажу. У нас был именно такой коллектив, и мы друг друга поддерживали, как в любом коллективе, были какие-то сложности, были какие-то моменты. Это нормально, потому что коллектив живой. Но я понимаю, что мне невероятно повезло работать там, где мне нравилось, получать за это зарплату, да, то есть я каждый день шла на любимую работу.
И я могу со всей ответственностью сказать, что, наверное, когда мы с тобой работали на радио, когда мы работали на телевидении, ведь это было то же самое. Да. Вытолкать нас из студии было не под силу. Мы уходили оттуда тогда, когда, ну, мы понимали, что надо, наверное, поспать. Надо, наверное, да, как-то к детям сходить домой. Да, чтобы не забыли, как мы выглядим. Я бы хотела отметить, что наше издание обладало крупной сетью внештатников. То есть на каждой крупной территории. Истра, Дедовск, Новопетровская, Снегири. Были люди, которые сотрудничали с газетой, заключали с ней договор. Это было всегда. С незапамятных времен, и эти люди прекрасно умели писать. Они как раз не были профессионалами. Но они очень хотели быть причастными к созданию газеты, потому что это было престижно. Газета, «Истринский вестник», боже мой. И это часто были уже не молодые люди, были и ветераны войны и труда. Они прекрасно писали, они были невероятно ответственные. И вот этой сетью наших внештатников мы всегда гордились. И огромное им спасибо за это. Мы, конечно, не все дожили до наших дней. Вот. Но внештатники – это всегда свидетельство того, что издание было серьезным. Оно могло себе позволить иметь такую сеть. Понимаешь? Никто ж не знал, что... Ну, история любого, наверное, любого средства массовой информации конечна. Но мы не думали, наверное, что мы до этого доживем. Ну, мы не думали, что и телевидение, созданное с таким трудом в несколько этапов, да, вот первый этап. Ты вспомни, этап, что мы делали прямые эфиры в рамках Дня города, потому что организовать прямой эфир, не имея надлежащих средств для этого, технических, и какие у нас были прямые эфиры, у всех знаменитости брали интервью, Скалиос эти интервью давались. Мы плотно сотрудничали с Истринским благочинием, и также мы освещали реконструкцию вот буквально от и до, все 8 лет нашего Ново-Иерусалимского Ставропигиального монастыря. Например, когда только-только писали надвратную икону, которую мы видим, входя в монастырь, да, она треугольная, для нее были привезены особые краски из Германии, которые выдерживают любые погодные перепады. Это было очень важно. Реставрация монастыря – это важная страница истории, потому что, ты знаешь, не верилось, что это возможно. Вот не верилось. Казалось, что монастырь такие понес тяжелые утраты еще во время Великой Отечественной. Конечно, советские реставраторы совершили подвиг, восстанавливая его. Да, да. Но, тем не менее, этого всего было недостаточно. Я была в мастерске, но не только я, да, мы все там бывали. Мы видели столько удивительных вещей, которые происходили на наших глазах, хороших вещей. И ты знаешь, с течением времени вспоминаешь много хорошего и думаешь, что ты был к этому причастен. И от этого, конечно, сердце согревается. В общем, да, такая летопись получилась. И я очень рада, что на Истра-РФ сохранились архивы телерадиокомпании «Истры». То есть эта летопись, она никуда с развалом истринского телевидения, да, с ликвидацией вот этого вот СМИ, она никуда не исчезла, она сохранилась в архивах Истра-РФ. Мы это золотые кадры. Пользуем до сих пор. Мы жили интересно, и... Это, ну, в общем, нам есть что вспомнить. Да, нам есть что вспомнить. Помнишь тот злосчастный танк, который у нас был взят, как бы, ну, не скажешь, в лизинг, в аренду взят был танк немецкий, кажется, «Тигр», да? Ну, имеется в виду саратовский губернатор. Танк времен Великой Отечественной войны. Да. Их немецкий танк, да. Да, их в мире осталось несколько штук. И вот этот танк у губернатора тогда еще Громова попросил, у губернатора Аяцков. И этот танк он возвращать отказался, хотя было подписано соглашение, то есть все документы, что вы берете вещь стоимостью в очень много миллионов евро, да, и возвращаете нам потом ее обратно в музей. Танка не вернули. Была огромная, долгая история его возвращения, в которой участвовали и Софья Львовна, в которой, конечно, участвовал и глава района Анна Щерба, безусловно, губернатор тогдашний Громов, в которой участвовал Царствие Небесное Роман Дмитриевич Алексюк, которого мне хотелось бы сегодня вспомнить. Он долгое время возглавлял культуру в Истринском крае, к сожалению, его сегодня нет с нами. В общем, я хочу сказать, что мы все делали вместе. Культура, СМИ, космос, ЖКХ,
предприятия. У нас ведь очень много в свое время было вложено администрацией сил в создание так называемой промышленной зоны. Грюнфосы, Данфосы, все эти замечательные КРК, все эти Лакталисы, да, Нутриция, замечательное предприятие, все они пришли к нам, стали налогоплательщиками в наш бюджет. Тогда еще у глав муниципальных образований было достаточно много полномочий, и этот бюджет шел на город, на территорию. Люди видели это. Я прям так и вижу, как сейчас у нас комментаторы схватились за кнопочки гаджетов и стали писать, где этот бюджет, мы не видели, где ремонты дорог и так далее и тому подобное. Ну просто надо же учитывать, что и технические возможности были совершенно другие. Конечно, и потом, фактически мы жили в новой стране, да? Все пришлось, многие вещи пришлось начинать с нуля. Но нам за свою работу не стыдно. И наша газета, наша телерадиокомпания служила людям, служила интересам территории, на которой мы работали, и не только Истринского края, но и Московской области. Вот, нас отмечали, мы были в числе газет-лидеров. Кать, ну а вспомни фестивали подмосковных телекомпаний «Братина», где мы неоднократно были отмечены. Мы же получили гран-при фестиваля. Гран-при среди, боже мой, огромный регион Московской области размером с Францию. И наша молодая, скромная телерадиокомпания. И вдруг, я помню этот момент, это невозможно описать, когда ты понимаешь, что ты из Истры, ты берешь гран-при, на тебя все смотрят. Я могу себе представить эмоции Софьи Капраловой, возглавлявшей тогда телекомпанию. И губернатор Громов выезжает на машине на сцену. Да, я хотела сказать, это в зале все. Это да. Было в зале, то есть это было вообще совершенно потрясающе. Наши поисковики под управлением тогда еще Валерия Викторовича Куракова устанавливали имена погибших бойцов, связывали с родственниками. Это была потрясающая работа. И именно за сюжет об этой поисковой работе... И причем это был не просто сюжет, ведь наши ребята ходили прямо вместе с отрядом совершенно поисковым, верно. Проводили там какое-то время. То есть это классическая время, есть журналистская работа. Ходили, да. Совершенно верно. Мы были с ними в экспедициях, мы вместе копали, выкапывали эти останки, смотрели эти медальоны. Эта работа достаточно опасная, потому что многие снаряды, мины времен Второй мировой могут и сдетонировать. И, ну, то есть мы шли на риск. И именно за эту работу, мы получили гран-при. И эту машину подарили нам, главным. Ну, по условиям конкурса, гран-при да. Это машина для телерадиокомпании. И надо отметить, это была машина российского производства. И я помню, как она верой и правдой, сколько лет она нам служила. Да. Мы и в хвост, и в гриву ее, по полям и весим, по долинам и по взгорьям, по снегам. Боже мой, куда мы только на ней не ездили. И вот, честно говоря, российский автопром, ну, ни разу не подвела ведь. Ну, и организация всегда была, в общем, на уровне. Это же не только призы, вот этот фестиваль. Слушай, это и учеба это журналистов. Учеба. Я столько знаний почерпнула там. Это общение с коллегами. Потому что туда приезжали просто звезды и тележурналистики, да. И причем там федеральные да. Многие журналисты участвовали. Это был... это не был междусобойчик. Да. Это не была какая-то тусовочка, куда люди приехали, приятно провести время. Это было 4 дня общения, конкурсов очень жестких, репортаж с колес. Это тяжелейший конкурс. Мы учились, мы многие вещи вообще заново познали там. Да, да. И то, что мы получали признание коллег, то, что у нас был обмен опытом, обмен мнениями, это бесценно. Мне хочется верить, что корпоративный журналистский дух, уважение к коллегам, любовь к профессии мы еще не растеряли. Вот именно здесь уместно, наверное, поздравление, потому что, да, газеты «Истринские вести» ее не стало. Последняя публикация 30 декабря на сайте газеты «Истринские вести». Да. То есть она, похоже, на 101-м году стала совсем историей. Но ты знаешь, к сожалению, эта участь постигла все муниципальные издания. Да. Мы не единственные, кто в прежнем формате перестал существовать. На сегодняшний день у нас получается официальная газета одна, это «Истра сегодня», угу. То есть это административный
ресурс, чисто административный ресурс. Да, но журналисты-то остались все равно в районе. Есть у нас журналисты, люди, которые так или иначе связаны с этой профессией. Я желаю нам оставаться в профессии, несмотря ни на что. Я уверена, что журналистика, настоящая журналистика еще скажет свое слово и в Истринском крае, и в Подмосковье, может быть, и в России. А настоящие журналисты никуда не делись. А мы живы, мы работаем. И мы любим свою профессию, любим свой край. И мы помним, да, золотой век истринской журналистики, возможно, он был, но, может быть, так получится, что лучшие годы еще впереди. Во всяком случае, без этой веры, наверное, было бы сложно. Ну, то есть ты уверена, что историю, которую начал Петр I в 1703 году, выпустив так, подтолкнув к изданию первую в России газету, не закончится в 2024 году в городском округе Истра. Ты знаешь, ну, наверное, бумажная версия, возможно, ну, бумажные версии останутся как имиджевые, да? В основном мы все ушли в онлайн, все сейчас должно быть узнано людьми мгновенно. Людям это нравится, что греха таить. Но как будут развиваться события, покажет время. В студии у нас была Екатерина Капралова. Так было, казалось бы, еще совсем недавно. Что же в сухом остатке? На сегодняшний день единственное печатное издание в городском округе Истра, которое имеет новостную информационную повестку, это чисто административный ресурс газета «Истра сегодня». Продолжает выходить в городском округе Истра журнал «Истра РФ». В ближайшем нашем окружении есть еще вот такая газета «На Новой Риге», но к проблемам городского округа Истра она не имеет никакого отношения. Работает у нас филиал канала 360, но по факту, как ни крути, единственная редакция, которая формирует свою информационную повестку, учитывая запросы и проблемы жителей округа, это информационный портал «Истра РФ». Мы работали, работаем и, да, мы продолжаем работать для вас, уважаемые наши читатели, зрители, жители городского округа Истра. И мы искренне считаем, что имеем право на свой профессиональный праздник – День журналиста. А пока всех журналистов городского округа Истра мы искренне поздравляем с Днем российской печати. Елена Аёшина, Иван Масалёв, Истра РФ.